Итак, сегодня мы с вами решим задачу на нахождение разности арифметической прогрессии. Значит, известно, что А1 равно 16, А8 равно 37. Нужно найти D. D – это вопрос. Ну, для начала мы обязательно вспоминаем формулу. АН равняется А1 плюс D на скобочку N минус 1. Итак, искать мы с вами будем D. Значит, мы с вами сейчас рассмотрим два случая подстановки. Первый способ. Значит, вместо АН мы ставим А8 равное 37. Получаем вместо А1 16 прибавить D. Наш номер мы можем записать в условие, будет равен 8. То есть на скобку 8 минус 1. 8 минус 1 это 7. Итак, 37 равняется 16 прибавить 7D. Переносим 16 в противоположную сторону. 37 минус 16 равняется 7D. Отсюда 21 равняется 7D. Делим обе части на 7. Получаем, что D равняется 3. И второй способ. Когда мы с вами из нашей формулы выводим нахождение D. Может, это кому-то будет более удобно. Итак, переносим А1 в противоположную сторону с противоположным знаком. Итак, АН минус А1 равняется D на скобочку n минус 1. Делим обе части на n минус 1. Что мы получаем? Мы получаем ан минус а первое, деленное на n минус 1 и равняется d. По этой формуле мы сразу находим d. Итак, ан у нас с вами 37. Отнимаем 16 и делим на номер 8 минус 1. И получаем тот же самый ответ 3.